Фарфолле с песто. Классика итальянской кухни. Простой, но весьма изящный и красивый обед или ужин, на приготовление которого уйдет всего минут 20. Фарфолле – это такие макароны в форме бабочек, которые продаются в любом уважающем себя супермаркете. После приготовления этого блюда фразеологизм «бабочки в животе» приобретает совершенно иной смысл. В самом деле, фарфолле с песто – это очень простое, но в то же время вкусное и интересное сочетание, которое прекрасно подойдет как для будничного, так и для праздничного обеда или ужина. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Фарфолле отвариваем до готовности, так, как указано на упаковке. В чаше блендера складываем кедровые орешки, зеленый базилик, чеснок и оливковое масло, измельчаем до однородности. Полученную массу смешиваем с тертым сыром, солим. Смешиваем готовые фарфолле с полученным соусом и хорошо перемешиваем. При желании, можно сбрызнуть лимонным соком. Готово. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Фарфолле 250 грамм. Пучок базилика 1 штука. Оливковое масло 3 стакана. Чеснок 2 зубчика. Тертый пармезан 3 стакана. Кедровые орешки 4 стакана. Соль по вкусу. Количество порций 3-4. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Всем Марии удачи и дачи у Марии. Увидимся!